победой. Завершен матч. Сегодня хорошо сыграли в атаке. Как тебе игра в целом? Ну, во-первых, хочется всех поздравить с победой, болельщиков. И пацаны сегодня вышли единым целым. Бились друг за друга. Ну вот, как сказал тренер, правильно накладывали сменки, играли на команду. Из-за этого такой результат у нас. Победа. Сегодня многое получалось и у тебя, и у твоего звена. Приятно играть с такими партнерами? Ну, конечно, приятно. Тренер, считай, поставил нас вместе, получилось сегодня. Сегодня все звенья хорошо сыграли. Каеву также звено. Звено Феди Кормачева, Белого. Все молодцы сегодня. А в моменте с заброшенной шайбой это была задумка или так получилось? Да не, получилось так. Ну, отскок, добивание. Ну, на пятак побежал, как на тренировку делаем. Чего ждешь от завтрашней игры? Как тебе? Ну, уже сейчас начинаем настраиваться на нее. Готовиться, потому что завтра также нужна победа, нужно убираться с последнего места, ну, к плей-офф, стремиться в зону в плей-офф. Как тебе поддержка болельщиков сегодня? Ну, болельщики, как всегда, на уровне сегодня, как всегда, много народу пришло. Играем также и для них. Спасибо им.